счет, но поле готово к такому. Посмотрим, как погода скажется на игре. Сегодня Ювентус встречается против Спала. Посмотрим на состав Ювентуса. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Хуан Квадрат. Тут его прижимают, не дают пространства. Где же удар? Какая реакция, какой прыжок, класс! С углового мяч будет введен в игру. Он бьет головой и... Вратарь забирает этот мяч. Очень хороший получился удар, но голкипер свою команду выручает. В центр штрафной подан мяч с углового. Попадает под прессинг. Гонсало Игуаин. Блестяще он сыграл. Теперь надо. Впереди есть адресат. Дуглас Коста. Забивать надо. Тут нужно было просто попасть, а он не попал в створ. Игра только началась. Пока еще не все получается у игроков. Но сейчас, конечно, нужно было забивать первый мяч в этой встрече. Пока неплохо. Очень здорово. Есть адрес у этой передачи. Спасает команду. И подняли, по-моему, руки некоторые игроки атакующей команды. Но рано обрадовались. Пол стадиона на ноги вскочило. Даже мы с Георгием подскочили. Оказалось, зря. Дибала. Есть шанс выйти вперед. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Есть шанс развернуть контратаку. Елене. Хедира. Игуаин. Не дойдет пас Игуаина до партнера соперника. Дуглас Коста. Забивать надо. Какой шанс упускает команда. Мог и, наверное, все-таки должен был он открывать счет. Но удар подкачал. Не знаю, зачем нам смотреть еще один повтор. Все и так очевидно. Да, там и близко гола не было. Но на всякий случай нам это наглядно продемонстрировали. Это может быть опасно. Нужен навес. Не смог тут игрок. Голкипер забирает мяч. Кожа вон лезть ради победы. Да, достаточно будет просто выполнить тренерское задание. Коста. Ударище просто. А матч-то смотрится. Приятно, когда футболисты не просто работают на поле, а стараются делать это красиво. Очень здорово пробил игрок. Весь вложился в этот удар, как из пушки. И ни единого шанса не было у голкипера, чтобы спасти свою команду. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Матч продолжается, и Ювентус только что повел в счете. Это может быть опасно. Отлично сыграл защитник. Прервал фланговую атаку. Атака прервана. Мяч улетел куда-то в сторону. Паулу Дибала. Ювентус атакует через фланг. И там свободная... Гонсало Игуаин! Забивать нужно! Гол, забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Ну вот, два гола подряд. Похоже, соперник-то рассыпался. Да, вжик-вжик-вжик, у нас и готовенько. 2-0, самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Отлично сыграно, надо решать. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Игуаин. Не дойдет пас Игуаина до партнера, соперник перехватил этот пас. Это аут в пользу туринского Ювентуса. Дуглас Коста. Нет, не дошел этот пас до адреса.
Паулу Дибала. Подача в штрафную. Там есть кому. Голкипер отбивает мяч. Куда подальше. Судья показывает на угол поля. Подавать будет Ювентус. Защита первая на мяче. Вынос. Отличный отбор. Но кому достанется мяч? Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Янич. Впереди есть адресат. Здорово его заметил Игуаин. Начал за лицевую линию. Игроки Ювентуса подадут угловой. Выбит мяч из штрафной. Мехди Бенатия. Игуаин. Выбили у него мяч. Кому он достанется?